Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас продуктовая закупочка. Крабовые палочки взяли. 89,99. Они стоят у нас. Дальше. Сыр. Сыр Ламбер. Взяла. Сыр Ламбер у нас 206,38, здесь 240 грамм. Так, батон нарезной у нас 36,99. Макароны сейчас по акции в магните 49,99. Креветки взяли немножечко. Они у нас килограмм стоят 749,99, здесь 476 грамм, 357. Филе куриное, именно красное, это с бедрышек, без косточки. 326,39, кило 200, кило 20 получилось. Килограмм 319,99 стоит. Так, вот такой вот лапшу доширак, 21,99. Нашу любимую сметану, 79,99. Огурчики обычные, гладкие, 66,60. Килограмм 149,99, то есть 440 грамм. Так, сейчас я вас еще немножко подниму, чтобы все было видно. Так, жевательные конфеты Skittles, маленькую упаковочку. Наш любимый паштетик спасает иногда, когда готового ничего нет. Там и состав хороший. И он такой достаточно вкусный. У всех паштетов, наверное, самый вкусный. Вот такая картошка с сухариками. Я себе взяла, захотелось, 43,99. Шоколадка со вкусом мороженого, 99,99. Вот такой вот десерт. Это желе. Это, в принципе, полезно, не вредно. Лучше, чем всякие молочные жиры. Вот они, эти десертики у нас. Вот они немножко разные. Но стоит 41,99. Потом попкорн карамельный 79,99, томаты желтые 129,99 за упаковочку, и томаты просто красные 112,31, 624 грамма, килограмм 179,99. Куда же мы без чупа-чупса? Большой чупа-чупс 37,99. Вот такая у нас вышла сегодня покупочка на сумму 2045 рублей. Так, кому интересно посмотреть чек? Чек показываю. Ну, кто любит визуально цены смотреть. Так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо, что остаетесь со мной. Всем пока!